такой лайфхак сдам. Вот у кого есть твердотопливные котлы, чтобы не разжигать, не париться. Находим уголек, оставшийся недогоревший. Ну, можно и без него. На него накладываем дрова, включаем электрофен. Это включил. И ждем. Это прям направляем на... Понимаете? А мы смотрим. Ну да. Пошел процесс. Вот еще пару секунд. Да. Ну, достойно лайка, а вы паритесь до сих пор спичками, щепочками. Вот ни минута не знал, чтобы сжечь. Ничего не надо рубать. Достойно? Достойно. Ни газа горелок, ни тряпочек с маслом. Ничего. Ну, отсыпали. Бой, но просто сюда. Дай лайки. Пока.